чем сомневается? Путин Евгений Николаевич. На каком стане? На каком стане должен открывать рюкзак? Сходите, приведите. Отказывается от осмотра. Не будем. Приглашайте. Почему? Пожалуйста. Вы приглашаете. То есть вы сейчас мне отказываете? На каком основании? Вы старшая смена? Я не старшая смена. У вас есть старшая смена? Старшая смена должна отвечать на вопросы. Да, пригласить. Пригласить старшую смену, хорошо с ним пообщаюсь. Нет, вы знаете, да, что по закону о полиции, по закону частной детективной деятельности... Вы мне будете объяснять, какие... Я гражданин. Конечно, я нарушаю закон. Вы обязаны... Нет, вы сейчас пытаетесь нарушить мое право. Какое право? У вас имеет право сейчас посмотреть в связи с... Нет, закон, закон о полиции. Досмотр проводится только сотрудник полиции. Я присутствует... не смотрю. И... Наконец-то, досмотр осмотр. Вы же смотрят, когда вы визуально осматриваете. А что тут видите? Вот, визуально смотрите мой рюкзак. За то, что рюкзак, и все. А досмотр все приглашаются сотрудники полиции. Еще раз. И вызываются понятые. Не досмотр. А что вы хотите? Вы мне еще будете тут рассказывать. Я за то, что я знаю прекрасно. Я... Вы сейчас превышаете свои полномочия. Вот, один гражданин, ну, охранник, и второй охранник превышает должностные... В смысле, вы... Нет, почему? Я объясняю, потому что вы сейчас превышаете свои должности. Да. Я уже... Откройте рюкзак, у нас есть сомнения, что там... Я не... Ведь вам не такие требования, блядь. Нет. Да, в противном случае мы можем не допустить такого торговца. Ну, хорошо, вы можете тогда... Приходит ваш начальник, тогда пишите мне, пожалуйста, письменный отказ. Письменный, видите, я пойду в собственную. Письменный. Да, представьте, сколько... Контору тут канцелярию... Да, чтобы я... Прописано, чтобы я пошел в суд и это оспорил. Да. Данное преступление, правонарушение. Вызывайте куда? Хорошо. Вот сейчас начальник ваш подойдет и с ним поговорит. Настя, вы старшая смена? Можно? Как вас зовут? Хорошо, скажите, почему сейчас ваши сотрудники, подчиненные, требуют мне открытия ссылку на досмотр? Я понял. Ну, знаете, что это делают только сотрудники полиции. Естественно, до понятых. То есть в таком случае вы отказываете мне, да? Все, зафиксировано. Зафиксировано отказ, все. Все, спасибо. Все,